Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Телемах. Телемах в «Одиссее» сын Одиссея и Пенелопы. Он отправляется к соратникам с Одиссея по Троянской войне Нестору и Менелая, чтобы разузнать о судьбе своего отца. Во время возвращения домой, благодаря Афине, Телемах избегает засады, подстроенной ему женихами Пенелопы, и вскоре в образе странника встречает отца в хижине свинопаса Евмея. Позже он помогает Одиссею уничтожить женихов Пенелопы. Вне сочинений Гомера Телемах почти неизвестен, за исключением Телегонии, где он женится на Кирке. Телемах – роман французского епископа Фенелона, пользовавшийся большой популярностью в XVIII веке. В нем описываются выдуманные странствия Телемаха и его воспитателя-ментора, который извлекает мораль из любой ситуации. В целом роман представляет собой сатиру на жизнь королевского двора. Из Википедии. По послегомеровским сказаниям Телемах впоследствии женился на Поликасте, дочери Нестора, которая родила ему сына Персипола, или на Навсикае, дочери Алкиноя. По другим сказаниям, он женился на Кирке, которая родила ему сына Латина. Позже он убил Кирку, чтобы жениться на ее дочери Ксифоне, а затем погиб от руки Ксифоны. Ну вот так вкратце о Телемахе. Одиссея, сын Одиссея и Пенелопа. Пока-пока, до свидания.